Ну, эта река очень даже интересная, серьезная, горная. Конечно, на этот я не пойду. Тут машины с какой-то скоростью несутся на мост. А хочется, да, а вот есть пешеходная тропа. Как видите, партизанский маршрут. Это партизанский район. Душа радуется. Ну, невообразимо красиво. Ладно, выйду я на этот мост. Хотел я насчет моста пошутить, что решаю делать двухполосный или двухэтажный. Его как бы. И в сторону Партизанска она уходит, река Тигровая. То есть маршрут есть, видимо, заходит он по парку вообще наверх, как мы видели. Из указателя. Но на сегодняшний день у нас, к сожалению, времени исчерпан. Пешеходные и прочие дела.